город Балхаш. И там перекресток, это, наверное, уже Спицына, и до него я сниму и завершу видеоролик. Вот тополи уже в России, пирамидальные. Видно отсюда, как эти яблоневые цветы замерзли. Рано они так откликнулись на зов природы. Природа обманула в этом году. Яблок в Балхаше не будет. Паспорт строительства. Вот эту дорогу будут асфальтировать. Строить дорогу будут. Вот тут написано. Дорожно-строительное предприятие Тастимер будет делать. Да, улица Спицына.